работаем сегодня в составе гарнизона, отряда и Росгвардии. Прошу сейчас занять свои места в машинах и ждать условного сигнала. Готовы отреагировать в любую минуту. В Центральном федеральном округе действует режим повышенной готовности. Чтобы щелковцы чувствовали себя в безопасности, оперативные службы проводят совместные тренировки, отрабатывают действия при чрезвычайной ситуации. Все немедленно покинут здание, используют эвакуационные выходы. Условный сигнал поступил дежурному службы 112. В гипермаркете «Глобус» совершен подрыв взрывного устройства. На место незамедлительно прибыли пожарные 37-го пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательный отряд Щелковского центра гражданской защиты и сотрудники местного отдела вневедомственной охраны. Все как в настоящей жизни. Служба безопасности магазина эвакуирует людей. Без суеты и паники посетители и сотрудники торгового комплекса устремились к выходам на безопасное расстояние от здания. Произошел взрыв, не так взрыв, произошло возгорание. В магазине у нас один пострадавший имеется, эвакуировано 75 сотрудников и 20 клиентов. Пожарные сразу же начали действовать. Подготовили рукава и спецснаряжение. На поиски условного пострадавшего выдвинулся аварийно-спасательный отряд. В бесконечных торговых рядах они находят человека и переносят его в безопасное место. Условно очаг возгорания потушен. А тут поступает сообщение о заложенном взрывном устройстве. Группа обследует подземную парковку. Все чисто. Покупатели и обслуживающий персонал возвращаются на свои места. Следующий этап тренировок – это тушение сгоревшегося автомобиля. По легенде, пожар на открытой парковке возник в результате поджога. Вместо автомобиля – поддон с воспламеняющейся жидкостью. А в остальном все как в реальной ситуации. Тренировка закончена. Время подвести итоги. Все отработали достаточно хорошо, показали свой профессиональный навык, свои знания, вот, о чем, соответственно, хочу вас поблагодарить. Жители городского округа Щелково защищены. Мы готовы к выполнению любых задач в соответствии с данной ситуацией. Большое спасибо вам за ваш профессионализм, который я сегодня увидел. И я очень рад, что такие профессионалы есть в городе Щелково. Пока в Щелкове несут службы такие профессионалы, город может спать спокойно. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Сергей Максимов, Валерий Жиглей, Игорь Поляков, Сергей Василевский. Щелковское телевидение.